11 октября в Карачаево-Черкесии состоятся выборы мэра второго по величине города республики. Кандидаты на должность мэра Карачаевска подписали меморандум о честных и чистых выборах. Несколькими днями позже часть кандидатов заявили о том, что выборы не могут быть честными. Другие утверждают, что выборы начались активно и пройдут в рамках закона. А вот что об этом думают сами жители Карачаевска. Звонит по телефону. Мы соцопроса. Я говорю, что вы хотели? Вот скажите свою фамилию и год рождения. Я говорю, а я не хочу идти голосовать, мне никто не нравится. Я говорю, и больше не звоните. Только повесила трубку, она мне говорит. А за деньги вы не будете голосовать? Я говорю, я не продажная шкура. И повесил телефон. Так какие могут быть честные выборы? Вот так вот, лично мне такой был вопрос задан. Как давно это было? Вот это часа 4 назад. Нет. Почему? А потому что уже были неоднократно выборы, и большинство было за одного, например, депутата Баташева, а получилось так, что Алайпанов остался. И вот сколько он не, уже суд был больше года, и результаты все равно не были положительные. Это один Аллах знает. Я честный голосую. Нет, честность выборов. Сейчас кому верить? Сейчас невозможно никому верить. Но как там будет, не знаю. А идти-то пойду. Там посмотрим еще. Верите ли вы в честные выборы? Нет. Никогда не было честных выборов и не будет. Почему? Действительно, так показалось. Ну а пойдете голосовать? А думаю. Но выборы же были раз. Вы помните про Баташева и Лайпанова. Вы знаете, что там такая была несправедливость. Так и сейчас, наверное, и будет. Но предварительно уже можно сказать, что так и будет, как раньше. Что сказать наверху, то и будет здесь. Но я думаю, что процента 25-30 больше не придет. Почему? Ну, несколько раз вот выборы были же нечестные, а людям все это надоело. Они вот во время Баташа обращались в Москву и так далее. Несколько судов он выиграл, так? Никакого изменения, наоборот, стало хуже. Вроде бы выборы не состоялись. А в самом деле состоялись. Весь народ знает об этом. Знаете, я посмотрел следующие выборы, там не было народных выборов. Все нарушилось. Я думаю, на этот раз тоже так же. Честно, выборов не бывает никогда. Почему ты так думаешь? Когда были честные выборы?